ваша любимица, куртка, которая была главным предложением дня. Посмотрите, куртка Белла от бренда Бенитро Бини. Бренд Бенитро Бини нас порадовал в свое время главным предложением дня, выставив куртку как раз-таки Белла. Что в ней такого особенного? Во-первых, куртка выполнена без подклада, а значит, ей является такой курткой-жакетом. Ее можно носить в сезон сейчас, весной, и осенью и летом в качестве верхней одежды, а в зимний период это ваш кожаный жакет, потому что брюки из кожи от бренда Бенитро Бини вы уже взяли, они у вас есть в гардеробе. Можно будет совмещать, а если еще и по цветам попадете, то будет целый комплект. Безусловно, конечно же, красивая классическая конструкция, которая не выйдет из моды. Накладные карманы для функциональности, да, положить гаджеты, например, ключи или портмоне. И, конечно же, пояс для того, чтобы отрегулировать женственность. Хотите свободный силуэт? Если надели с каким-то элегантным вечерним платьем, то можно уже и под пояс. Ну и, конечно, бренд Бенитро Бини всегда делает два дополнительных бонуса. Это большая палитра красок при выборе и, конечно же, сдвоенные размеры. Итак, все плюсы налицо, осталось только выбрать цвет. Если у вас действительно есть брюки, вы можете подобрать по цвету. Если же нет, просто обратитесь к своему, к своей интуиции, какой цвет вас больше привлекает. А вот сейчас у нас на экранах черный цвет, классика. Если вы мечтали всегда о кожаной куртке, вот такой вариант, да, классический, это ваш выбор. Да. Далее. Это, в принципе, черный цвет, самый, наверное, распространенный, который можно купить эко-кожу в магазинах. Попробуйте найти вот такой красивый вишневый оттенок. Это уже эксклюзив. Да, вот пройдитесь по торговым центрам и найдите куртку из эко-кожи в бордовом цвете. Причем не просто бордовый, он такой фиолетово-бордовый, то есть напоминающий у нас такое дорогое вино французское. Темно-синий оттенок напоминает прямо голубику сибирскую, либо чернику, да, прям вот черно-синий оттенок такой, еще воронье крыло. Изумруд, тоже попробуйте поискать изумрудный цвет эко-куртки. Тут безусловно, цвет прям сейчас успокаивает. Вам продемонстрируем еще раз классический так черный цвет. Его никто не отменял, но и самые две бомбы вот в этом году. Золото у нас и серебро в моде, да. Вот оно, прям куртки будущего, современные, трендовые, цвета. Вот они посмотрите в красной книге уже. Да. Их уже практически нет, поэтому дозванивайтесь и спрашивайте. Вот в золотом, в серебряном, какие остались размеры, практически уже нет. Это наш эксклюзив сегодня. За последний эфир было продано более 200 курток Белла, потому что вы сами видите, здесь уже понятно, что это хит, понятно, что это ваша любимая куртка будет. Размерный ряд от 46 до 68, размеры сдвоенные, правда? Как тогда подобрать себе размер, если у меня, например, вот 48-50? Ага, смотрите, так как бренд у нас с вами Бенитро Бини работает в сдвоенных размерах и является, наверное, пожалуй, самым безопасным брендом для дистанционной покупки, особенно для новичков, которые делают впервые покупку и боятся сделать ошибку. Смотрите, у нас на подиуме три модели. Дарья, 52 по плечу, 52-54 по бедру. Выбирает для себя 50/52. Анна, 52 по груди, 52 по бедру. Выбирает для себя 50/52. Наша новая модель Елена, 50 по верху, 52 по низу, тоже выбирает для себя 50/52. То есть три разных человека. У кого-то чуть больше бедро, у кого-то чуть больше по плечу. А кто-то слажен и по груди, и по плечу одинаково. Выбирает для себя единого размера. Стояли бы девочки у нас где-то 54, кто-то был 56 размера. Значит, они забрали бы 54/56. Если вы в 60 размере, значит, ваша линейка 58/60. То есть вот такая логистика выстроена от 48 до 68. Итак, удобная размерная действительно линейка. И с брендом Бенитро Бини совершенно безопасно заказывать дистанционно. Я вот на себя накинула 50-52, прям увидела, потому что не выдержала такой цвет. Он, конечно, у нас заканчивается, но очень хочется выглядеть стильно, современно. Это действительно тренд, потому что, смотрите, 2499 рублей. Ощущение, что у вас кожаная куртка, это куртка вашей мечты. У меня была куртка, которую я покупала в Америке, я уже рассказывала, но достаточно сложно ухаживать. Выходила только исключительный случай, только какие-то, ну, знаешь, мероприятия, да, праздничные. Ну, потому что жалко, уход очень дорого стоит. Как мы тут себя чувствуем? Это действительно так. Иногда можно приобрести натуральную кожаную куртку. Во-первых, она будет тяжелая, и, в принципе, некоторые даже довольны ее тяжестью, потому что весомая, значит, не зря потратила деньги. Но мало кто задумывается, что на нее придется тратить еще дополнительные деньги. Это химчистка, потому что кожаную куртку обычно почистить дома не получится. А если еще и
отойдет краска, потому что мы с вами знаем, что натуральная кожа не так долго держит краситель в себе и чаще всего его быстро выводит. А значит, нужно подкрашивать. Это еще дополнительные деньги. С эко-кожей все-таки проще. Ее можно иметь хоть 100 курток у себя в гардеробе, потому что вы на нее тратите меньше денег. Куртка всегда относительно дешевле стоит. Ну и, безусловно, эко-кожа очень практичная. С нее с легкостью удаляются любые пятна, загрязнения, а значит, и в принципе особой стирки и чистки она и нет необходимости. Ну а, безусловно, если вы все-таки захотели за ней поухаживать, то ее можно просто положить в стиральную машину и постирать в режиме экспресс-стирки, либо минут 30 градусов. Ну, такой эксклюзив, что можно даже стирать в стиральной машине. То есть максимально просто. Также это выбор нашей ведущей Арины Нагаевой. Она даже после декрета, ее первый дебютный возвращающийся эфир был как раз-таки посвящен этому главному предложению дня. Да. Она сама попросилась как раз выйти в эфир, потому что она сказала, у меня эта куртка есть. Как раз в золотом цвете. Я хотела бы зрителям как раз рассказать о своем личном восприятии, потому что она ее приобрела еще в прошлом году, когда была ее первая презентация. То есть мы ее запустили как новичка, куртка очень понравилась, Арина ее приобрела, ушла в декрет, а вот вернулась и уже представила ее как главное предложение дня. Вот так посмотрите, сегодня вы можете выбрать для себя куртку Белла, которая хит, которая любимица наших ведущих, абсолютный хит среди телезрителей. Цена только сегодня 2499 рублей, 47% скидки. Посмотрите, это действительно нужно обратить внимание, если такая цена и написано, что она только сегодня, то действительно нужно успевать взять, у нас размеры заканчиваются и цвета, потому что тоже у меня мама звонила, говорит, а почему уже цвета нет? Вот она покупала как-то куртку. Потому что это правда расходится? Говорю, действительно, так они разлетаются. Да, у меня мама всегда спрашивает, а у вас правда там горячие линии? Цвета. Вот так вот позвоните и проверьте обязательно. Можете заказать сейчас, а оплатить потом, это тоже удобно. Ну и вы однозначно уже сейчас в ней будете, правда? Куда мы можем пойти, с чем сочетать такую куртку, ну и когда носить? Во-первых, это вне времени, вне классики. Она, кстати, хорошо сочетается как с вечерним платьем, даже подвенечное платье можно добавить с этой курткой. Также можно и соединять ее со спортивным стилем. Причем она не классическая как косуха. То есть она не сделана как прям вот как такая рокерская куртка. Она более женственно смотрится, даже больше в стиле 70-х. Длина хорошая. И такая жакетная группа, поэтому мы ее выбираем. Выбираем 2499 рублей, цена только сегодня.